Проблемы изучения и развития бурятского языка обсудили накануне в Иркутске. На факультете филологии и журналистики Иркутского госуниверситета прошла международная научно-практическая конференция. Ее посвятили столетию профессора Надежды Шаракшиновой. Это известный фольклорист, которая занималась изучением героического эпоса и других жанров бурятского фольклора. Она подготовила сотни педагогов. На конференции ученые из Прибайкалья, Бурятии, Забайкалья и Монголии представили свои работы. На протяжении многих десятков лет сотрудники отделения бурятской филологии госуниверситета занимаются сбором фольклорного материала в отдаленных селах и деревнях. Без языка нет народа, нет культуры, нет традиций, нет преемственности. Не зная прошлого, мы не будем знать и настоящее. И поэтому возрождение бурятского языка, культуры необходимо для народа.